Падабраць адпаведныя тэкстуры і распрацаваць будучы від пакоя з нуля. Дызайнам інтэр'ераў Дар'я Мурза зацікавілася яшчэ ва ўніверсітэце. Нават распрацавала і ўвасобіла ў жыццё дызайн музею спорту ў сваёй ВНУ. Зараз дзяўчына плануе зрабіць захапленне прафесію. Дар'я мяркуе, новы ўказ дазволіць спрасціць мноства юрыдычных працэдур, што станоўча паўплывае на арганізацыю яе рабочага працэсу. Потому что как бы тебе тогда не придется скрываться, можно в открытую выставлять какие-то свои, свои работы на том же фрилансе, чтобы как бы заказчик видел твои работы и шел к тебе. И как бы ты не переживал за то, что тебя может отследить, что к тебе может прийти налоговая и какие-то могут возникнуть трудности. Развитие предпринимательской активности и стимулирование самозанятости. Как раз на это и разлишен новый указ. У минулом перелик работ, предугледженный податковым кодексом, выходило только 12 видов деятельности, для осуществления яких не потребно было открывать ИП. 337 указ значна пашыруе іх колькасць. У гэты спіс трапілі работы па рамонце мэблі, гадзіннікаў і абутку, кандытарскія і цырульныя паслугі, распрацоўка вэб-сайтаў, абслугоўванне камп'ютарнага абсталявання і дызайнерскія работы. Заплаціўшы адзіны падатак, можна будзе налажваць музычныя інструменты, падпрацоўваць грузчыкам, здаваць жылыя памяшканні на кароткі тэрмін. Для этого нужно будет только подать заявление и уплатить налог до начала деятельности. Скажем, если исходить из видов, то добавились такие виды деятельности, как осуществление краткосрочной сдачи жилых помещений, дач, садовых домиков краткосрочно. Потом очень широко распространенные в быту такие услуги, как оклейка обоев, штукатурные, малярные работы, стекольные работы, парикмахерские услуги и ряд других. Указ прадугледжваў, што адзіны падатак неабходна будзе плаціць кожны месяц да пачатку дзейнасці. Адпаведныя ставкі дыферэнцыраваныя ў залежнасці ад відаў дзейнасці і рэгіёна, дзе яны будуць ажыццяўляцца і вызначаюцца мясцовай уладай. Уплата данного налога, оно предполагает утверждение фиксированных ставок. Они будут, скажем, утверждены областным советом депутатом в тех рамках, которые прилагаются в приложении к данному указу. И исходя из утвержденных уже размеров, потом будут применяться для уплаты нашими гражданами. Документ уступит в силу уже праз месяц. Евгения Мороз, Тиграна Копян, Роман Филюсич, телерадиокомпания «Брест».